Приятное с полезным. Приятное с полезным. На своей тропе. Так, выставим немножко. Сменили машину. Разомнем черный. Теперь насчет того, чтобы через канал обучать всех желающих здоровому образу жизни. Вот как раз девчонки кашляли, простыли бедняжки. Почему я как-то не делаю вот этот вот обучающий курс? Хотя можно и сделать, но все расписано подробнейшим образом в моих книгах. Изложены эти книги бесплатно на сайте Malakhov.pro. То есть процесс обучения — это вообще сугубо индивидуальная вещь. Одно дело, вот смотрите, в школу мы пришли, и в школе кто-то учится, то есть учитель что-то там говорит. И, естественно, каждый человек в меру своего понятия, школьник, ребенок, он все это воспринимает. У кого-то память хорошая, у кого-то, я бы не сказал, что она хуже, просто он отвлекается на другие вещи. Вот. Третий считает, что ему это особо не надо, и все это мимо ушей пропускает. А есть люди очень на этом деле, как бы сказать, заостренные, и они всю эту информацию воспринимают. Вот. И, естественно, получаются совершенно различные результаты. Кто-то там, грубо говоря, научился считать, писать, этого достаточно, а кто-то там... Кто-то уже тут геометрию изучает, да, такие вещи. Кто-то правила русского языка. Кому-то интересна география. Кому-то интересна там биология. Кому-то химия. То есть все это впитывают. Пригодится в жизни это, не пригодится. Ну вот он для себя, как бы сказать, все это дело знает. И наконец-таки есть такие, которым даже этого мало. И вот они самостоятельно берут и что-то для себя там изучают, читают книжки, лезут в какие-то там журналы. Это раньше было. Вот. А сейчас, естественно, там в интернет. Так вот, вот что я хочу сказать. Если вы желаете просто вот узнать о здоровом образе жизни какой-то минимум, пожалуйста, воспользуйтесь моими книгами, в которых дан не просто минимум, но даже максимум. Минимум — это вот это просто, грубо говоря, очищение организма, которое дает поразительные результаты, эффективно по своей сути. Очищение кишечника, печени. Далее закрепляйте это все питанием раздельным, желательно с включением биологически активных компонентов через свежевыжатые соки, проросшую пшеницу, салатики. И более-менее все у вас пошло. Ну, плюс еще там с учетом индивидуальной конституции. Все, этого вполне достаточно, чтобы вы поддерживали свое здоровье на вполне приемлемом для вас уровне. То есть чему учить? И другое дело, если человек хочет что-то больше, хочет узнать, как влияют, допустим, биоритмы на здоровье, как сезонные изменения, какие особенности оставляет, знаки зодиака на нас. В чем заключается особенность индивидуальной конституции? Опять-таки, это уже, ну, говорит, несколько более сложный уровень. Я бы даже не сказал, что он более сложный уровень. Он более требует больших знаний и
больше надо отдать времени на постижение всего этого. Вот и все. И все это изложено. И я раньше несколько как бы удивлялся. Хотя. Добро здоровье. Хотя. Я постарался написать книги так, чтобы никакого там дополнительного толмача учителя не требовалось. Вы берете книгу, читаете, так, чтобы все ясно и понятно было, простым языком написано. Начинаете делать. Буквально таки шаг первый, чистим толстый кишечник, шаг второй. Начинаем печень, шаг третий, там еще что-нибудь чистим, или это не чистим, а начинаем. Переходим на питание. Вот. И в конце концов такая книжонка, и я ее выставил, чтобы это была не моя система, не система еще там кого-нибудь. Ох, какая молодец, да? Те знания, которые нужны для того, чтобы создать свою собственную индивидуальную конституцию, в конце концов. Поэтому все это просто-напросто либо прочитать, чтобы это было на видео записано, и выставить. Как-то у меня, говорит, вот все-таки нет желания. Здесь у каждого человека должна быть потребность. Если у кого-то она выражена, это яркая потребность, он изучает, он к этому стремится. Пожалуйста, вот она литература, вот она лежит в довольно-таки разжеванном виде, все это. Добавок. Пользуйтесь. То есть к этому надо стремиться. А есть люди, они просто-напросто, ну, говорит, они не стремятся к этому. И вот, как бы еще сказать. К любому делу должно быть какое-то, опять-таки это слово, стремление. То есть тяга, желание познать, сделать, получить результат, обрадоваться этому. То есть вот такой вот интересный процесс должен быть. А когда все это тут разжевывается, все это вылаживается, а человек даже это глотать не хочет. Ну уж извините, и вот только один Елизар, он все мне говорит, вот, обучать. Для обучения, вот я говорю, я написал книги, выставил их на сайте, пожалуйста, в библиотеке, читайте. Почему я еще так как-то к этому делу отношусь? Ну, несколько, как бы сказать, не хочу сказать с обидой, но просто, когда я такую акцию делал, что высылаю книги всем желающим, кто откликнется, откликнулось очень мало народа, очень мало народа. То есть эти знания, судя по вашим откликам, они показали, что они не нужны. Ну, не нужны, так не нужны. Вот, главное, чтобы вы знали, что они вот здесь вот лежат, что они имеются. И в любой момент, при желании, вы можете к ним обратиться. О, вот так снять себя, да? Вы можете обратиться и получить нужную информацию. Плюс газеты. Газету я делал 7 лет. Я уже стал, будем говорить, сначала как-то, ну, будем говорить, попробовал ее сделать так более-менее как-то популярной, различные рубрики там, типа там рецепты, еще там методы. Вот, вижу, что она также не затребована, газета.
Может быть, таланта не хватило в ее сделать так, чтобы она вот была это. Поэтому я решил сосредоточиться в газете на том, что меня интересовало. Вот я разбирал те или иные методы для себя, то есть досконально, чтобы узнать. И если вам надо, пожалуйста, можете почитать, что там я разобрал, что там я познал. Мне хотелось сделать мой травник, так сказать, тщательно разобрать вот всю информацию, которая имеется, допустим, в том же интернете по той или иной траве, все это собрать вместе, систематизировать и хотя бы трав 100 сделать. Ну, не знаю, я, наверное, трав 15-20 сделал, может быть, меньше. Этот проект, так сказать, отложился, но я его думаю продолжить. И плюс заговор «Народное достояние». Я тоже начал разбирать, потом все это дело, так сказать, отошло на второй план. Но, тем не менее, думаю вернуться и к этому проекту. Так что, как раз я сделал кружочек. Кружочек сделал, и надо эту тему заканчивать. Это где-то около 10 минут. Желаете обучаться, к этому надо стремиться. Знания есть, пожалуйста. Они собраны, они лежат, они вас ждут. Заходите, читайте. А вот если что-то неясное будет, вот тогда можно спросить. Вот это совсем другое дело. Хотя на эту тему я тоже сделал книжечку «В помощь занимающемуся». И думаю ее еще переработать. То есть я там описал, что-то получается, что не получается. А теперь я думаю пройтись по ней. Она такая толстая вообще. Что надо делать, как надо делать. Плюс там какие-то там рецепты с народной медицины или методы для того, чтобы решить и эти частные проблемы, у кого что не получается. Вот мой взгляд на обучение. К этому надо стремиться. Обучаются в школе все. Выдающихся учеников единицы. В институтах обучаются, кто поступил, все. Профессоров единицы. А почему? А потому что эти люди, они стремились к знаниям. Стремились к новым наработкам. А те, кто не стремились, стали, такое слово есть, специалисты. Специалисты узкого профиля, которые в большинстве нас лечат, которые что-то там строят, которые что-то там делают. Одним словом, косячат по жизни. Только единицы могут что-то действительно нормально сделать. Ну все, на этом я заканчиваю. Об обучении.